Всем привет! Мы снова пользуемся нашим каналом для того, чтобы показать, что пришло в наш магазинчик. Наш магазинчик – это товары для рукоделия. Розничный магазин находится в нашем городе. Товары по почте мы не посылаем. Этот ролик будет интересно посмотреть непосредственно нашим покупателям, а также тем, кому просто любопытно, какие товары для рукоделия кто продает, какие они бывают. Может быть, не все на витринах видно. Ну что, поехали. Сначала то, что пришло у нас для мыловарения. Формочки мы заказали. Тут, может быть, бликует, не видно, я прочту. С днем рождения, любви, успеха. Вот здесь хорошо видно. Вот такие вот подешевле еще формочки. Милый малыш, милая малышка и учителю. Так, их надо в сторону подвинуть. Сюда же покажу молды, которые нам пришли. Они пластиковые. Так, это молд лист тюльпана. Он объемный. Это молд большой лист клубники называется. Так, потом пришел еще лист хризантемы. И вот такой наборчик из трех элементов. Листья орхидеи. Кроме этих молдов у нас и другие есть. Это мы заказали то, что у нас подзакончилось. Так, и еще у нас пришло вот такое. Сейчас я достану. Силиконовый молд. Это к Пасхе. Пасхальное яйцо. Он из двух деталей как бы состоит. Такой. И ароматизаторы, их у нас тоже в достаточном количестве. Мы подзаказали ароматы, которые у нас закончились. Итак, что же пришло? Так, шоколад с апельсином, морской бриз, зеленый чай, иланг-иланг. Вот эти ароматизаторы, они с такой пипеткой. С пипеточкой небольшой. Так, и в обычном пластиковом пузыречке пломбир, кола. Тут мелко очень. Так, кола и яблоко с корицей. В общем, у меня сейчас на всю кухню аромат стоит этих ароматизаторов. Они очень здорово пахнут. Тем более, что это вот концентраты. Так, и дальше продолжаем. Декор. Так, я сложила все. Вроде все для декора. В общем, скотч вот такой малышки в пластиковой баночке. Набор. Дальше скотч побольше, декоративный, голография. Так, и вот такой. Очень мне понравился принт, красивый. Так, потом декор вот такой у нас закончился под латунь, велосипед. По типу стразовых серединок это как бы пуговка идет, но функцию как пуговица она, конечно, нести не будет, потому что ножка у нее слабенькая. А вот для изготовления различного рода брошей, заколок, это самое то. А дальше, вот такой декор, набор из трех сердечек, называется «Ажурная любовь». Ну, иногда просят разделить этот набор, мы делим, продаем поштучно. Так, вот такой амулетик для тех, кто верит. Волшебство китайских денег. Есть у нас такие люди, да. В общем, мы иногда привозим такие амулетики
Дальше вот шармики красивые у нас пришли. Вот такое сердечко с эмалью. Совушки. И вот снежинки. Вы знаете, уже вот сейчас некоторые наши покупатели готовят подарки на следующий Новый год. Уже заранее. Ну, кто-то этим зарабатывает, а кто-то просто подарки готовит. Так, и вот такие бусинки. Одну я отдельно положила, потому что ее на белом будет не видно. Она называется сахарный кварц. Это для, ну, в общем, кто занимается, так, как она называется, сейчас скажу, сундучок Пандоры. Такие бусинки. Так, это вот с глазиком, от сглаза и порчи, тоже для браслетиков. Дальше вот такая бусинка. Это как цветы шиповника там внутри. Вот это синее с зелеными разводами называется леденец. Такое название интересное, красивое. Так, а вот здесь это лилии. На упаковке написаны розы, но я сейчас вот рассматривала, это лилии. Очень красивая бусина. Действительно, как будто внутри лепестки. Так, по декору тоже все. Так, немного кружавчиков. Это у нас воротнички и вставочки. Вот такой на основе воротничок. Немножечко тут помятый угол пришел. Вот ничего страшного. Так, вот такой вот он. Сейчас я здесь отогну. Вот так, двухслойный. С бусинками. Так, вставочка черного цвета. Побольше и поменьше размерчиком. Синего цвета. Такая красненькая. Тоже что-то она вся мятая. Но я думаю, что их можно отпарить, отгладить. И вот такие вот как бы воротнички. Не целиком они идут, а до плеча. Вот одна половинка. Вот вторая половинка. Резинка бельевая. Белого цвета. Бежевого, черного, розовое и серое. С ажурным краем она такая идет, красивая. Так, еще немножечко кружавчиков. А, вот такое узенькое. Фокус. Так, беленькая. Капроновые реснички. Капроновые обычные. Так, это эластичное кружево. И такое же белое. С таким же рисунком. И вот такое вязаное. По типу как на коклюшках. Такой рисуночек у него. Вязаного кружева у нас очень много, просто закончилось вот именно такое узенькое. Сейчас оформляют разный мелкий декор, и вот узкое кружево пользуется спросом. Но когда я делала заказ, выбора не было. Вот все, что пришло, один вид пришел. Конечно, очень это грустно, что я не смогу предоставить выбор узкого кружевца. Ну, чуть пошире этого у нас есть. У нас есть 15 миллиметров, у нас есть 17 и 22. То есть, ну, вот пошире, чем вот это. Фурнитура к нам пришла. Ну, немного совсем. А вот такие карабинчики для сумок или рюкзачков вот маленьких сейчас шьют и вяжут их. У нас есть и цепочки на метраж для таких вот изделий.
Пришли еще карабинчики. Так, потом очень долго у нас не было вот таких подвесов для рамок и картин. Наконец-то они пришли. И винтики-глазки тоже для крепления картины и рамок. Дальше перфорированный круг. У нас обычно он приходит серебристого цвета. В этот раз, смотрю, золотистый появился. В общем, тоже взяла. Но мне же надо. Дальше. Вот такие соединительные колечки. Это, не знаю, бликует. Я уж не стала открывать пакетик, потому что они очень мелкие. Их потом не соберу. 10 миллиметров. Так, потом что еще? Иглы швейные. Ой, цены не радуют. Цены очень сильно поднялись. Выбора игл практически не было. Это вот то, что более-менее хорошего качества. Это не китайские, это как бы Подмосковье делает. Завод Колюбакинский, по-моему, там поселок Колюбакино. Дальше, потом иглы вот такие для фелтинга, или по-другому мы еще валяне называем. Я сама этой техникой еще не занималась, но вот товар-то у нас такой есть для валяния. В общем, иглы два вида пришли. В этом наборе просто номер 60 рабочие, а в этом три иглы, по две штуки на каждую ассорти. Дальше иглы для вышивания пришли, потому что у нас остались только дешевые китайские. Это, в принципе, тоже китайские. Гамма фасует китайский товар, но более-менее такого качества хорошего. Так, и вот это вот мы уже не первый раз берем. Конечно, очень дорогой набор. Написано английское качество. Действительно хорошие иголочки, очень острые. Это для слабовидящих. У них, простите, у меня горло перехватывает. У них вверху вместо ушка такой небольшой зазорчик. Ниточка девается сверху, как на защелочку. То есть можно на ощупь нитку вдеть, если вот кто-то плохо видит. Так, и вот такой набор, ну, он у нас уже был, мы его повторяем, и тоже очень подорожал, стал дороже. Это для изготовления помпонов. Конечно, можно сделать и на вилке, можно и на ладошке, можно и на картонке, но вот пластика уже как бы готовый. Тут 4 размера в этом наборчике. Они открываются, наматывается на две стороны, складывается вместе и разрезается посерединке. В общем, в принципе, это очень удобный такой набор. Нашивочки у нас пришли. Так, немножечко не в тему, но я их тоже сюда выложила. Вот такие вот клеванты. Черный цвет пришел. Тоже очень долго не было, но цена пришла выше гораздо, чем у нас в прошлом году они были. А так не было их целый год. Дальше. Значит, вот такие нашивочки. Это кожзам. С фирмой ничего не было. Даже хотя бы там классик или фэшн. Вот такие вот нейтральные надписи. Да, их тоже не было. Только вот хедмейд. Три вида кожзама. Сейчас немножечко поближе увеличу. Так. Так, вот это вот тканевые. Но у нас еще ленточки есть такие же. Тоже хлопковые на метраж. Этот край уже завернутый и отутюженный. Деревянные нашивочки. Ну, тоже все хендмейд. Вот такие вот овальные. Они мелкие. Вот такой в форме линеечки. Вот эти черные дырочки по краям. Здесь вот. Это вот за что пришивать.
Так, и вот такой тоже деревяшечки. Тоже. Принт мне понравился красивый. Весенний такой. Немного термонаклеек. Вот такая парочка котов. Вся переливается. В пайеточках она. Вот это вот у нас новые пришли. Я еще не знаю, как они клеятся. Но написано на упаковке, что тоже термонаклейка. Значит, утюгом, скорее всего. Поближе. Со стразиками. Очень красивая. Но вот для каких целей, я пока еще не знаю. Надо посмотреть в интернете. Подсмотреть, куда их используют. Это вот понятно. Хоть джинсовку украсить, хоть рюкзак. Очень красиво. Так, вот такой мишка. Мои красавицы уже вздыхали-вздыхали около него. Красивый. Камера немножко не передает. Вот это сердечко, оно смотрится как 3D-эффект. Так красиво, в общем, переливается все. Все блестит. Вот это поскромнее мишутка. Он и поменьше. Бантик тоже в пайеточках. Такие цветочки. Бабочка. И вот такой милый щенок с бабочкой на носу. Отремонтировать одежду вот таким цветочком, чтобы нет. Красиво. Кто-то не просто ремонтирует, кто-то декорирует. Не все же умеют красиво вышивать. Тут уже готовое. Коты, коты вообще красивые. И вот среди больших не заметила еще два вида термонаклеек. Вот такой якорь. Очень тоже так все красиво, гламурно переливается все. И вот такая морская тематика. Девочки, кто книжечки оформляет детские, делают из фетра. Пожалуйста. Вот такой наборчик. Рыбка, морской конек и морская звезда. Уже готовая тема. И вот такие наборы. Здесь и вышивка крестиком, и вышивка бисером, и лентами. Так, поехали. Игрушка из фетра. Это повтор. Мы ее привозили в прошлый раз. И, наверное, я ее показывала в предыдущих обзорах. Понравилась. В общем, мы еще раз заказали. Так, перекладываем. Вот такие мозаики. Тоже у нас хорошо их разбирают. Деткам очень нравится. Ну, цена не бюджетная такая для мозаики. Она, конечно, не 100 рублей стоит. Но в подарок самое то. Так, пришло что у нас? Вот такое пони. Здесь крупные кристаллики. Можно маленьким детям клеить. То есть, наверное, даже как бы после 3 лет ребенок справится. Так, вот такое бабочка, принт. Кошка. И вот из мультиков. Принцесса. Не знаю, как мультик называется. Я уже некогда мультики смотреть. Ну, что-то диснеевское. Так, дальше. Вышивка крестом. Вот такой кулич пасхальный. Там, значит, рамочка из фетра делается. Фетр вложен. Крупная канва, делается вышивка крестом, вложена пластиковая игла, ниточки мулиные, и вложена ленточка, на которую подвесить или бантик вот такой сделать. В общем, готовый набор, чтобы создать подарок. Так, есть еще другой принт, тоже пасхальная тема.
Вот такие цветы. Также рамочка из фетра. Так, дальше. Это тоже повтор. Это мы тоже раньше привозили такое. Чудо-мешочек. Канва очень крупная. Вышивка принт фламинго. Мешочек небольшой, 17 сантиметров. Даже тут цену видно. Наборчик недорогой. Сейчас покажу. Вот. 100 рублей всего наборчик стоит. Вот такая крупная канва. А на ней уже нанесен принт. То есть отвлекаться не нужно. Нужно просто брать и делать. Дальше. Сейчас детские сначала покажу. Вот такой пришел наборчик. Что, фокус не ловит. Вышивка на пластиковой канве. 6 плюс стоит. Но я думаю, что ребенок и помладше справится. Потому что здесь игла пластиковая. В общем, набор безопасный. Я смотрю, вот некоторые приходят родители. Детки бисером занимаются уже где-то с 4-5 лет. Так, вот такой еще тоже повтор слоненок. Может быть, кто-то смотрел предыдущие обзоры. В общем, понравился этот принт. Он у нас быстренько разошелся. Мы еще подзаказали. Так. Для тех, кто постарше, скажем так, вот такой пейзаж. Это вышивка лентами и бисером. Наборчики тоже бюджетные, недорогие. Принт сделан на вот такой ткани. Сейчас я немножечко фокус. Так. Бликует сквозь упаковку. Вот. Ну вот сейчас видно. Мне женщина приносила, показывала готовую работу. Ну, вроде вот несложно, но смотрится очень красиво. Оформить вот это потом в подарок, почему бы нет? Красота. Дальше. Это тоже повтор. Это мы практически постоянно такое заказываем. Натюрморт. Вышивка бисером. Она частичная. Вот здесь видно, что кувшинчик, он, видите, не вышивается. Получается такой своеобразный 3D-эффект. Когда частично бисером вышивка, а частично принт нанесенный. Так, и вот улыбнул нас вот этот набор. Просто на упаковке написано «Лиса с шариками». Ну, какая лиса? Я так понимаю, что это белочка. Кисточки, смотрите, на ушах присутствуют. Вот, ну ладно, не будем мы придираться. Не так перевели, наверное. 6 плюс стоит набор. Также там пластиковая игла вложена, ниточки там вложены. И принт уже нанесен на канву. Вот. Очень крупная такая канва. Быстро это все вышьется. Вот кому задают на уроках побольше наборчик, но не сложный. Вот, пожалуйста. Так, и вот то же самое, в принципе, только картиночка другая. Также 6 плюс идет калибри. Все то же самое. Ниточки вложены, пластиковая игла. Размер 20 на 25. То есть, ну, такой довольно немаленький, скажем. Ну, на этом у нас сегодня все. Спасибо всем за внимание. А те, кто живут в нашем городе и хотят заняться рукоделием, мы ждем вас в нашем магазине. Приходите.